Что за трудный день? Ну, мы сегодня и поработали. Зря Михалыч нам зарплату не повысил. Ну, ничего. В следующий раз точно повысит. А пока... пора отдохнуть. Как я устал. Наконец-то смогу нормально отдохнуть. Алло. Али, я Генрик. Ты когда мне тварь эдакое косарь наношу? В смысле? Какой косарь? В смысле какой косарь? Который ты у меня неделю назад занимал. Семен, я тебе все верну. Прекрати мне трезвонькать. И прекрати меня Евгеником уже называть. Слушай, тебе же хуже, если ты мне эти деньги не вернешь. Или мне напомнить, что осталось с Серегой. А ведь он у меня занял всего лишь пятак. Да знаю я, что он сбежал. Прекрати уже. Я тебя не отстану. Верни деньги, гад. Мне все до мельчайших подробностей написано, где, как и при каких обстоятельствах ты занимал. Да верну я, верну! Фу, же гад, а. Как он достал. Боже мой. Ладно. Алло, Вадим, ты когда мне сотку вернешь? Слушай, твоя скорая уже вторую неделю идет. Где деньги? Какой пока? Куда пошел? Алло? Эля? Да, я знаю, что тебя это бесит, но я тебя буду называть так до тех пор, пока ты мне деньги не отдашь. Ну и что, что ты теперь живешь в Норвегии? Это не освобождает тебя от права возвращать мне долг. Кто? Да хоть драконорожденный, мне плевать, кто твой муж. Прибежишь, ну конечно, давай, удачи тебе из Норвегии. Из Норвегии бежать сюда. Ты что, реально побежала? О, взял трубку. Ты где пропадал? Тебя тут из... Калли... Что? Говори громче, я не слышал. Кого? Кого ты вызываешь? Сантехника? Ярла? Кто? Иди ты нахрен, сектант грёбаный! Алло, Фёдор? Что это за детский шум у тебя на заднем фоне? Слушай, у тебя почему постоянно дети плачут, а? У тебя же нет детей. Послушай, если я узнаю, что ты педофил, то я лично тебя сожгу заживо, гад. А, так, ну чё, я звоню-то? Ты когда мне деньги-то вернёшь? А... Все, завтра. Ну все, хорошо, давай, я жду. И господи, заткни уже этого ребенка. Что он так резко затих? А, это телевизор был. Педофила.
Алло, Леночка, ты? Да, это я. Будь добра, босса, подожди. В смысле умер? Застрелился? Ну ладно, ладно. Нет, ничего, не бойся. Ладно. Значит, правду про Зеленоград говорили. Хочешь потерять друга, займи ему денег. Русским же языком им говоришь. Берете деньги, я ж вас требовать буду. Нет на что-то надеяться и ждут то, что Семен простит. И самое ведь смешное, надеются те, кто занимает огромные суммы. Ну как ты можешь мне требовать деньги? Ну как бы ты у меня 20 тысяч занял, и поэтому я с тебя трясу. Я уже разговаривал сам с собой. Что дальше? Двойник в дверях появится. Кого нелегкая принесла? Вадим Скворцов. Чего только не напишут в этих журналах. В районе леса найдены обломки космического корабля. Это уже интересно. В корабле были найдены оружие, которых еще нигде не было. Ученые признали, что это оружие будущего. Теоретики построили теорию, что это инопланетный корабль, которому уже миллионы лет. Что за бред? Ну нахер эти журналы. Ничего нормального уже написать не могут. Кто еще там?
Холодно! Ух, холодрыга-то! Ладно, подожду, пока машина растает. О, жесть, а не погода. Так, кто это там мне еще звонит-то? Я? Да я вообще в другом городе. А что, что-то случилось? Все очень серьезно. Настолько серьезно, что ты даже не представляешь, насколько все серьезно, пресерьезно. Да в чем дело-то? Помнишь ту историю, которую ты мне рассказывал? Да в чем дело-то? Поясни мне. По ходу дела за тобой пришли мстить. Ох, ё-моё! Да, я думаю, это нечто пришло за тобой. Спасайся! Евген, я очень далеко от тебя. Так что... спасайся! Спасайся! Хорошо. Ужас! На меня он пытается опять поймать! С ума сойти! Хорошо, что я в другом городе! Так, ладно, поехал я. Нельзя сдаваться. Если это нечто войдет сюда, то мне крышка. Надо забаррикадироваться. Что взять-то? Что взять-то? Вадим Скворцов. Нет. Я тебе не верю. Ты должен умереть. Хочешь битву? Давай! Лопак. Черт, он может проснуться в любой момент. Надо где-то спрятаться. Как можно жить на этой планете? Неплохо было бы ее подлатать.
Евгеник, ты когда мне косарик вернешь, который взял у меня в долг неделю назад? Ты верни, а то хуже будет. Ты помнишь Серегу, который брал у меня пятак? А помнить тебе, где он сейчас? Я от тебя просто так не отстану, пока долг не вернешь. У меня все до мельчайших подробностей расписано. Как, где, когда, в каком состоянии, при каких обстоятельствах. Так что я повторю еще не один раз. Верни долг. Верни долг, Евгеник. Не вернешь, тебе же хуже. Тебе же хуже. Тебе же хуже. Пока. До встречи. До встречи. Ничего, так еще разочек. Хорошо, что у меня электрочайник. Я скоро все верну. Пока. Ну, пока. До вечера. Кто там? Что это там? Может, кто-то денежки пришел вернуть?
клюнуть такой. Что вообще? Что не так с тобой? Себя. А, себя. Ой, сына, сына, сына. Одним из должников пошел начать своих. Как мне теперь закалет? Ворованную зажигалку сам так и курю. Вот здесь он меня точно не достанет. Надо телек посмотреть. Пришельцы повсюду. Мы только что видели, как они взрывали дома и уничтожали людей. Нам всем конец. Бегите, спасайте свои несчастные души. Я знаю. Ты, Вадим Скворцов, ты должен умереть. Я не сдамся! Забавно, а у меня есть суперпушка, мега-супер-уничтожитель 9000. УПС, кажется, рука заржавела. УПС, система полетела. Ну все, ты доигрался. Неужели все закончилось? Наконец-то. Thank you.